Сергеевский отдел ЗАГС осенью 2022 года как радует приятными событиями, так и ставит производственные рекорды, вызванные непростой политической ситуацией. К примеру, более чем двукратный скачок числа заявлений на вступление в брак произошел после объявления частичной мобилизации в стране. Он отмечен во всех органах ЗАГС России. Дай бог, чтобы все быстро вернулись. Я всем молодым парам, которые вот по особым обстоятельствам вступали в брак, я говорю, вы возвращайтесь, мы с вами сыграем вот какую хотите свадьбу, хоть 100 человек народа, чтобы это было более радостно, более такой позитивный обстановки. Не осталось незамеченной в районном ЗАГСе и зеркальная дата – 22-10-22. В субботу здесь состоялись сразу 4 бракосочетания. В ЗАГСе говорят, что красивые даты легче запоминаются и надеются, что магия чисел поможет молодым сохранить свою любовь на долгие годы. Это особенное число навсегда запомнит и семья Куликовых, чей недавно родившийся малыш стал для Сергеевского района 222-м в 2022-м. Крохотная девочка Аниса, кроме свидетельства о рождении, получила еще и памятный подарок и поздравительный адрес губернатора Самарской области.